Так, всем привет, с вами снова Эмп. Продолжаем проходить Castlevania Judgment. Нам осталось еще 10 или 11 персонажей, да, на истинную концовку. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, да. Ну, давайте попробуем пройти Сифой, насколько это будет отвратительно. Хотя, по идее, своя ее атака сверху, можно будет этого жнеца заспамить. Главное, добраться бы еще. Ну-ка. Альтернативный аутфит. Если она больше похожа на вампиршу, чем остальные вампиры в этой игре. Right on time. Welcome to the Time Rift. A rift in time? You are saying I was summoned here? This is a place where you may touch that which you desire most. Yet there are trials you must pass. Чуть-чуть погромче сделаю. If it will help me achieve my goal, I will accept your challenge. Ладно, поехали. Так, надо вспоминать управление. Говнюка. Готов. To truly change our world, I must grow stronger still. The road is now open. Search for that which you long for. Так, первый из 11 есть. Brand me a heretic, and I shall wear the title proudly. Witness the might of the Alucard spear. Ready? Fight! Блин, какая дальнобойная атака, а? You must learn the difference between the wicked and the righteous. Так, сейчас у нас будут отжирать потихоньку, да? Your end is nigh. Me not made to lose. Ready? Try again. Free solid. Угу.
Отвлекся на ящик. All power pales next to the forces of nature. Так, пока легко. Ну это пока. Werewolf, prepare to be cleansed. Hold. Do not be fooled by my appearance. I am your ally. Am I to trust your kind? You would say anything to get close, then strike without warning. You are mistaken. I would never do such a thing. Foul creature of darkness, repent before my power. Ready? Какая-то здесь Сифа, да, все-таки такая. Засранка. Так, давай, давай, давай. Есть. Пока он там стоял. Очень удобно ловить этого ликантропа на его усталости. И не от него еще бегать надо успевать. Ненавижу эту карту. Finally a chance to show my style and wit. Ready? Ну давай, товарищ Грант. Да ладно. Засранка. Готов. You must learn the difference between the wicked and the righteous. Угу. Wicked Witch, Righteous Witch, все равно Witch, да, все равно ведьма. Хотя здесь есть и добрые ведьмы, та же Шаноа. Что Шаноа здесь является именно что ведьмой. Давай на этот. Но будем надеяться, вот эта атака просто заспамит Рипера в конце. Хотя, по идее, у Сифы очень крутые атаки ближнего именно боя, ближнего радиуса. Особенно вот этот ледяная. I know only that I possess the power to defeat them. You cannot hide the truth. I can feel it. Девчонь, у нее на груди крест нарисован. You'll not be satisfied with any explanation.
In the name of persecuted witches everywhere, I cannot let this pass. Ready? Fight! Take this! Засранка, как далеко. Ах ты гадина. Прервала обычную атаку. Да ладно, что ж так быстро-то, а? Да, burn, freeze. В самом конце подловил буквально. Все, Шаноа больше не завалит своего Дракулу. Ну, точнее, судя по концовке, когда все возвращаются в свое время, мы не убиваем ни одного из своих противников, просто вырубаем их, включая Дракулу. I'm relieved you don't know me. It will make testing you easier. Ну, сейчас дадим муженьку пиздюлей. Какая же это, сука, все-таки короткая атака, а? Да ты издеваешься, а? Сука, ловит на прыжках, говно. Yes. Так, говно. Вот сука, а. Да, говно. А, в самый последний момент. I have finally seen the true measure of your abilities. Ready? Fight! Think again. Не круто девушку беззащитную бить. Сука. С прыжка его не возьмешь. Да я же сжму, блять, ебучий блок. Да твою мать, что ты делаешь, Сифа? А, говно такое, а. Да ладно, заблокировал, вот сволота. Блять, гребаная камера. Ой. Попался. Да ёб твою мать, Сифа, делай быстрее свою атаку, а. I shall not be dishonor to befall the Belmont name. Ready? Fight! Think again. I'll take it. Get away! Freeze! I'm not done. Freeze! I'm not done. Think again. Get away!
Блять, в самом конце, когда я уже снял эту штуку. Попался, говно. Не хватило в прошлый раз буквально одного этого. Одного удара, чтобы сбить его. Он пробил мне защиту. Ну ладно. Поймал его на крутяках хвошник. Угу, конечно. Это будет жестко. Сука. Попался. Посмотрим, сейчас было обновление. Насколько оно улучшит производительность. Особенно на вот этой атаке. Не особо. Ах ты гад, а? Я думал, он ударит эту штуку. Сука. Подонок. Попался. Готов. Так, сейчас будет у нас Кармила. А после Кармилы будет у нас Эйон и Рипер. It's you, Кармила. You're that church witch, aren't you? All snug and comfy in your holy robes. Proud of yourself? What do you mean? Well, I understand witches face certain trials lately. That all began because you monsters meddled with the hearts and minds of mankind! That is the true nature of man. We merely gave it a little nudge. Come, show me your true nature now. Она говорит, типа, это, ведьм вместе с Сифой, знакомых ее. Да, ебаный свет. Церковь приговорила, так что Сифа поперлась ради прощения церкви помогать им в этом. Помогать им в охоте. О, сука. Попалась. Да, блять. Сучка пользуется пробиванием... Да ладно! Пробиванием брони пользуется. О! С одной стороны, меня даже спасла. Дура. Но мне же лучше. Over here.
Да ты издеваешься. Не попал с такого, блядь, расстояния. Ну и пусть она там стоит, колется. Я ее просто буду держать на расстоянии. Гадина. Все, и утопил в кислоте еще. Поздно. Здорово, Сергей. Че поздно? Как раз, как надо. Четвертый стрим за день тарабаниваю, хотя уже за второй день получается. И Valorant, и Кастильванию, и Линка, прям день стримов. Ага, VR Академия. Четыре стрима. The enemy that trapped us here. He would destroy this era of time. He must be stopped. In that case, I will defeat him. Ah, but there is still one problem. We will have but a single chance to defeat him. Then let us decide who is best suited to face him. That is my desire. Ну все, а сейчас мы будем получать пиздюлей от Иона. Ready. Вот о чем речь. Конечно, блять, его атаки быстрее, чем мои. Да ты издеваешься, как ты прошел сквозь атаку? С каждым разом все что-то новое. Он даже в уведомлении не был. Был. Записи я еще не выкидывал. Попался. Это его не убьет, но покоцает. Я сегодня с утра стримил. С самого утра. Для меня. Ну, точнее, в обед. А для вас с самого утра. Поэтому там только вечно не спящий Кандер присутствовал. Этот человек себя не жалеет. Не знаю, что происходит. Ой-ё. Но это можно уже заново. No matter how powerful the magic you wield, you will never surpass time. And time marches on. Говно. Меня на ульту поймал. Не, нечестно на ульту ловить в конце. Да ёб твою мать. Он умеет телепортировать ящики, как мило. Моя очередь быть нечестным. Spirits, heed my call. Come. You cannot escape that barrier. It is finished. You were wrong not to believe in my powers. Угу. А теперь нам нужно зафигачить Рипера. Elemental spirits, lend me your power. Ready. Fight!
Ах ты, блядь, попался неудачно. Пиздец мне. Нет, у меня еще есть шанс. Готов. Воткнул ему сосульку в сраку напоследок. Все. Да. Разлом времени был закрыт, и все, кто тут находился, вернулись в свои времена. Сифа Бельнадес вернулась обратно к битве как охотник к церкви. Годы спустя могущественный вампир, который называет себя Дракула, появился, и церковь что-то там потратила все свои ресурсы, чтобы его победить. Сифа должна была путешествовать по землям, известных теперь... известным за то, что они боялись ведьмы, что-то там еще. Чтобы защитить себя, Сифа решила, что она будет драться загримированной под мужчину. Ну, собственно, события Дракула Кёрс, то есть третьей части. Это мы все прошли. Кто у нас там следующий по отвратительности? Тревор. Альтернативный аутфит ему возьмем. Come, fight with honor. Да, я сказал кончать, как говорил Человек-паук. Так что и он говорит: Тревор, кам. Я сказал кончать с честью в битве. Так, да-да-да. Так, короче, главные враги графа Дракулы, до Мельмотов. Да, здоров, Радиант, именно. Кам. И музыка из этого, из Киберпанка, должна играть в этот момент. But first, there are many trials you must pass. A test? Intriguing. My name is Aeon. Shall we begin the first trial? Ready? Fight! Да, я забыл, что его... Concentration, total devotion, you cannot best me. The road is now open. Так, если что, сейчас может отвалиться либо видео, либо упасть вебка, потому что собака упала у меня прямо под провода. Так что если он сейчас будет ерзать туда-сюда, он может что-нибудь оторвать. It's been many moons since our last match. Come. Опять, кум. This time... I ain't gonna make it so easy for ya. Вот теперь это звучит двояко. Ready? Fight! Пожупи, мохнатый. Ага, check it out. Да, блять. Вечно блок отпускаю не вовремя.
Да, блять, ебучий блок, а? Чё ж ты так долго отпускаешься, а? На тебя, прямо в яйца. И добиванием сверху. I shall not allow any dishonor to befall the Belmont name. Джонни Кейдж, ты ли это? Ну, Джонни Кейдж по яйцам бил просто руками, а этот хлыстом. Даже не знает, что больнее. No matter who may challenge, my clan will not falter. Fight me as you would a grown man. I do not want your mercy. О, пора манерам научить шкета. Ремнем по жопе. Вот же шкер мелкий. Да, блять, хватит бить из этого, из блока. Сучара. Этот Гачи Тревор со всеми этими ремнями напомнил мне одну фразу. Эй, дружок минус, пирожок, тобой была выбрана неправильная дверь, клуб кожевенного ремесла, два блока вниз. Да, именно. За 300 сердец, да? О, сейчас мы будем другого моллюска пиздить. Саймона Симона. Тревор, yes. А вдруг он не бьет, а трогает, и ты страдаешь от эмоционал дамаги. Именно. Сейчас мы потрогаем моллюска. Then you're in luck. Let's see what you can do. Сейчас два мужика в коже будут трогать друг друга. Я про Джонни Кейджа. Вот так вот. Прямо в яйца. Лиад Херман. Все, потрогал. Грубые мужицкие стоны, удары хлыста по коже, да? Это точно что-то не процелание. Еще и крест на спине, жаль без куполов. Ну, это же это... Не христианская церковь, а католическая, они купола, но, наверное, не рисуют, нету их. Ну это вообще самое, это, не знаю, сон БДСМщика кавайный. Мужик в коже, баба в коже, и все друг друга хлыстами. И стонут. При этом, когда он кого-то бьет, он говорит «submit», то есть «подчинись». Хватит делать так, как будто бы тебе это нравится, Тревор. Да ебаный светильник. Попал. Моя очередь. Теперь я кину. И тоже по яйцам. А после победы тащит в свою красную комнату. Угу. В вельветовую красную комнату. И кладет на бархат. И начинает.
Ready? Fight! Еще у Тревора повязка на глаз, походу вилку выбрал. И начинает уговаривать мальчиков поднять католицизм, да? Да вмажет ему нормально. Сука, я же отклонился. Да, мужчины боятся этой силы. А ты бы не боялся, если бы тебя кожаный мужик пытался это, в вельветовую комнату, в розовую, затащить-то? Many moons indeed. I awoke 300 years after we parted. In our last skirmish, you spared me your full strength. This time, I ask you hold nothing back. Very well. In the name of our old friendship, then. Ready? Fight! Сволота, нихуя он мощный. Too weak. Over here. Not too weak. Да ладно, я же уже ушел из-под атаки. Спустись с небес на землю и получи хлыстом по яйцам. Это было мощно. It is finished. An empty victory. It is your father I am truly after. Надо будет и Дракуле вмазать по яйцам. Да, вот сейчас будет аджирабельная эта платформа. Давай, кончай в битве. Гачи мучи мужик в коже с хлыстом, выбравший вилку и еще с крестом на спине. А еще вы отпиздили совой. Да, блять, как так-то? Грёбаная камера, нихуя не вижу. По яйцам! Всех, без исключения. Как говорится, никого не пропустим, да? No matter who may challenge, my clan will not falter. Кто там следующий? А? One day man shall look вот она мне жопу надерет. Without need to fear the darkness. Ready? Fight! Tear them apart! Легенда, которого боялись все качалки. Да, скотина, два раза применила. По яйцам! Как я сказал, мы никого не пропустим. Не, естественно, Дракула проиграл, ему бы хлыстом по яйцам бы накидали. Хотя, по идее, своей Дракула неуязвим, ему только по лицу, если. У Дракула остальные яйца, его резина, ой, тут резина, кожа, то есть, не берет. Хотя, может, резина берет. Только надо с другой стороны подходить.
Care to test the power of a true vampire hunter? A Belmont? I've been waiting for this. I confess wondering what this would be like. Show me what a hunter of the church can do. Ready? Fight! Блять, про книжку я забыл. Обо что я ударился? Так неужели об щупальца? Каким-то макаром. О, нет! Кажется, она избежит того, что ей по яйцам надают. К сожалению, она заблокировала атаку. Ну ладно, тогда так накидаем. Ай-яй-яй-яй. Сейчас она мне надает по яйцам. Или нет? I fought fair and won the day. If only that held true in our household. Так, ну а теперь надо будет по жопе надавать малолетнему этому путешественнику во времени и большой смерти. Right on time. You must be the chosen one. And yet I sense we cannot depart just yet. We have been imprisoned here by a common enemy. Unless we defeat that foe... I'll do it. How shall I proceed? All of the souls trapped here have been collected. Ты чушен, Ван. They are the key that will lead to our enemy. Mm? Then I will go. Ah, chosen one. There is one problem. Просто есть этот персонаж, Чушен Джон, из этого, из Star Wars Galactic Battlegrounds, из старой стратежки по Звездным войнам. Наверное, родственник. Ready? Ну давай, малолетний. Beg your pardon. I'm over here. О, нет. А нам же лучше. Это даст тебе по яйцам. Я пропустил Сифу, но на нем отыгрался. Жалко, мы не можем смерти по яйцам надавать. Нету. К сожалению, яйца это не кость. У скелетов их нет. Но было бы забавно, если бы были два таких костяных шара. Бряцают, когда ходят. Как погремушка. On my honor as a Belmont, I will defeat you. Ready? Fight! Да блять. Хуй вернешься. Давай, что ты сделаешь дальше? Раз, два, три. Уходим, уходим. Угу, потом он делает. На вот эту атаку. Блять. Потом черепа, потом А6-2-6. Раз, два, три. Потом будет делать 5. Сейчас слева направо пойдет. О, началось. Ах ты ж, блядь, неудачно. Совсем неудачно.
А теперь их будет 5. Так. Во. Сейчас нормально перепрыгнул. Готов. Так, ну да, все, снова закрылось, все по домам разлетелись. Что там у нас Тревор делал после этого? Тревор продолжил преследовать миньонов Дракулы, темного волшебника, который будет, который поговаривает настолько же мощно, как сама смерть. Между Тревором и двумя противостоящими кузнецами дьявола или демонов, которые снова восстановили Кастлванию. Это уже событие, этот Curse of Darkness, который мы на PlayStation 2 проходили. Типа это тот же Тревор, которого тогда это сзади другой садомаза мужик проткнул. Ему повезло, что ножом. Хотя кто знает, что он с ним потом дальше делал. Хотя моллюск выжил. Проникновение ножа в сердце — это всего лишь небольшая царапина. Ну да ладно. Теперь мы будем бегать маленькой девочкой. Будем пиздить смерть совой. Ну, то есть, они признают, что есть Curse of Darkness, да? То есть, PlayStation 2 игра, но они не добавили сюда Сен-Жермена в очередной раз. То есть, идеального путешественника во времени, который вот прям за место Эйона подходил бы гораздо лучше. Но, видать, им нужен был какой-то отдельный персонаж. Зачем-то. Хотя Сен-Жермен реально бы подошел бы лучше. Потому что, сука, он и есть путешественник во времени. Right on time. Да-да-да, это мы уже все слышали. Ready. Fight! Как она долго встает, а? Бедная сова жарится каждый раз, когда я так делаю. Что наша жизнь? Игра, да? The road is now open. Search for that which you long for. Так. Осталось еще до хера. Please, everyone, give me your strength. You wish to fight me? А, красная шапочка и волк. Ready? Not quite. Ah.
Не вовремя освободился. Или я пробил его блок атаками. Мы прошли 3 человек за час, даже меньше, за 50 минут. О! Вот за него будет проходить отвратительно. И в кислоту еще тебя. Все, убил совой, сверхзвуковой. Меня тут, блядь, за нее не забанят. У нее сильно телесного цвета трусы на этот раз. То YouTube еще скажет, что она без панца тут ходит. Надо было все-таки другую раскраску брать. Не, не должно. Мало ли. Кажется, это... Ее специально так накрасили. Ах ты гад. Ах ты гад, Дина. Да, блядь, задолбала. За Фиюгата не забанили и за это не должны. Ах, фак, малайф. Ультанула на меня. Пробил. Грёбаная. Повезло, она хотела ультануть, но я увернулся. Да ёб твою мать. Она меня так сейчас отмуду... О, я успел. Ха-ха-ха. Гардиан ей пинка дал сзади. Фух, повезло. Один удар, и мне хана. Но благо, что Гардиана не блокирует. По крайней мере, искусственный интеллект. Please, everyone, give me your strength. They say your power surpasses even that of a Belmont. Let us see it then. Сила, превосходящая силу кожаных мужиков. Fight!
Ах ты ж, подонок мелкий. Чё-то как-то ультить компьютер стал конкретно. Моя очередь. Too little, too late. This one's special. Come on, everybody. Give me your strength. Oops. Оснастить бы эту сову еще и пулеметами. Да задумал. Мелкий подонок, хватит спамить. Fuck my life, а. Already over? Well, that didn't amount to much. Черт. Ready? Fight! Блять, блок пробил, а урона потом не хватило. А вот теперь хватило. Знаете, они даже так и написали Ваджа Финг. Неправильное произношение. Ой, неграмотность. Ready. Fight. Да блять. Какая у нее неуправляемая абсолютно нахуй так, а? По жопе. Так, это который сейчас у нас будет персонаж? Пятый? Или шестой стейдж? Hey, vampire hunter? I am. If you're here, you must be one as well. They're huge. Will you stop? These things only get in the way. Ее сделали слишком кавайной. Слишком аниме, я бы сказал. Да блинский. Пока тут разгонишься нахрен. Ёбаный в рот. Нацеливайся на нее, а не на гребаные, блять, столбы. Go!
It's solid! Да ладно! Блять, на ульте поймала. Черт. Ready? Fight! Да ебаный свет, а? Как она блокирует ульту у меня постоянно. Да ладно, опять не попал. Да чтоб тебя. Блять, долетел же. Ебаный светильник. Не дают мне закончить все очень быстро. Не в этот раз. Сука, и я ульту не смог. Готово. Это была 7-я, 8-я, 9-я. Еще 5, да? No matter who may challenge, my clan will not falter. Ready? Да что ты делаешь? Ну ладно, сойдет. А, он улетел. Отлично. Видать, сам упрыгнул. Что я его, по-моему, даже не трогал сам в конце. Так, сейчас будет 9-й, 10-й. Чё, всех троих подряд из этого, из Dracula Curse? Ужас. Да блин, Мария, делай хотя бы хоть какую-то комбинацию, блять, но не эту. Наконец-то. Да ладно, он меня через нее перепрыгнул. Блять, куда она летит постоянно в этой карте, а? Чуть не сгорел. Естественно, нахуй. Ножами он бы пробил мне защиту и забросал. Либо так. Грант отвратительный против нее. Слишком быстрый. Что это девчонка? Бля, слишком высоко постоянно находится, ей невозможно управлять. Сука. Yeah!
Ты издеваешься. Опять недолет. Фу, запинал. Кто там последний? А, да, точно, кормила. Why, hello, sweetie pie. You'll make a nice little appetizer. Even the vampires are bigger than mine. Отличный What ракурс, are спасибо. You babbling about? No way am I losing to you. Ready? Я тут обратил внимание. Если до начала боя уйти за спину противнику, она тратит время на разворот. Любой противник. Соответственно, можно на халяву, короче, провести первую атаку. Ну, если попасть. Да вашу Машу, я не вижу нихуя, что она делает. Блядские зомби! Блядь, пол здоровья отожрала скотобаза. Ничего не вижу. Ты какой хипа, блядь? Ты ее так ударить можешь? С огнем. Сука. Да, блядь, ты можешь попадать хоть куда-нибудь нахуй. Да не в зомби, ебаный свет. Блять, еще и на этот. Ай, как мне эти тупые зомби мешают, а? Она притянула меня прямо в зомби-кислоту. Что, мышь ее сожрали? Но это еще не конец. У нас еще этот. Ион и смерть. Со смертью будет жопа. Right on time. You must be the chosen one. Хотя я могу попробовать спамить просто черепахой, она вроде бьет на любое расстояние. Yet you should realize your faith and appearances will fade like a dream. Yeah, well, maybe. И все или еще откроются герои. Герои открыты все, надо просто пройти у них их истинные концовки за счет Рипера. Так мы всех уже открыли. Which leads to our final dilemma. The door will allow only. Нам буквально осталась последняя четвертина игры, или треть. That is my desire. Ready? Fight! Фак! Я думал, что такое да, будет. Кто там? Дровкандр. Ready? Fight!
Блять. Да задолбала, а? Спамщик. Почему себя не снимаешь, пока в Эрли не хочешь упорото выглядеть, пока академку проходишь? А нахуя это нужно? Есть, выкинул его. Да я тоже. А зачем это нужно? Это надо перенастраивать угол камеры, потом перенастраивать ее назад. Тем более, ну, блядь, ну буду я стоять в шлеме и все. Я не вижу смысла в этом. А так как вырубая камеру, приходится вырубать и эту. Так, ну-ка. Ну, снимал как-то. Да, точно, можно ему на голову черепаху бросать. Долго, но сработает с любого расстояния. Ладно, попробуем его так атаковать, а то это будет долго. Еще б чуть-чуть. Будет больно. Увернулся. Слышишь знакомые ноты? Тут тот же композитор, что и в Soul Calibur 2. Возможно. Только как ты можешь слышать знакомые ноты, если это все музыка из Кослования? Дизайн персонажей может быть похож, кстати говоря, на Soul Calibur-овский. Как я так вывернулся, хуй его знает. Но под раздачу не попал. Я не пойму, это файтинг или что за игра? Да. Файтинг? А ты как думал? Не похоже. Ну вот, отфайтились. Все, все вернулись обратно на круги своя. В следующем году Мария так отправилась на поиски пропавшего Рихтера Бельмонта. Год прошел с начала ее квеста. Что-то появилось косование, бла-бла-бла. Внутри Мария встретила Лукарда, и снова они... А, Лукарда снова, и потом они нашли Рихтера. Короче, это уже событие Symphony of the Night описывается. Так, ну Рихтер стал абсолютно другим человеком, назвал себя повелителем Кослании. Ну и все на этом, да. Короче, да, события Symphony of the Night описываются. Начало. Прошли. Ой, а сейчас я буду страдать. Сейчас будет... О, музыкальный трек катсцена добавлена в галерею. Ну-ка, что за музыкальный трек?
А, понятно. Так. Ну все. Так, стопэ. А куда делась Шано и остальные? Что за хрень? Где смерть, где Дракула? Так, не понял. А, я выбрал не то. Думаешь, это Стардание? Ты пройди Soul Calibur 2 на Мицуруге в кимоно с надатой в билде стеклянной пушки, где у тебя урон, и ты ложишься за удар. Как нехуй делать. Я сейчас буду проходить со самого отвратительного персонажа в этой гребаной игре. И это хитро выебанный моллюск. Саймон. Так, ладно. Right on time. Убивец вампиров. Welcome to the Time Rift. Time Rift. Speak sense, man. This is where you'll find what you desire. But я не удивлюсь, если они заказали рисовать персонажей Тецуя на море. Надо бы посмотреть титры еще раз потом. Кто тут главный был этот? По образам. I shall have to take you at your word. Это точно Касла, а не аниме. Shall we begin the first trial? Не, аниме Касла выглядит немножко по-другому. Они выглядят более-менее нормальными. Ready? Как ни странно, да? Pardon? Ау. Охреневшая харь, а? Черт. Поймал на ульте. Time to win and a time to lose. He who wields this whip is not easily defeated. Блин, а мы сделали черные волосы на верхушке, странно смотрится. Search for that which you long for. А теперь мы будем страдать, особенно когда появится этот товарищ. I will show you the might of House Belmont. Fighting bad, but now. Must fight. Я вот задумался, что сделает игра, если в игровом чемпионате два игрока не будут атаковать до конца таймера. Они это... Ничью засчитают. Know the might of legend. Блять, сейчас еще кажется, что моллюск самый лучший персонаж в игре. Да я просто не умел им играть. Не, говно. Саймон говно. Сейчас, подождите, появятся другие. Норм удар для ульты. Здесь ульта всегда снимает примерно половину здоровья, если не перенастраивать здоровье у персонажей. I will show you the might of House Belmont. Но ее легко заблокировать или сбить. И любая по факту атака во время действия ульты сбивает тебе весь каст. Ready? Или блок. Простой. Если повезет, я сейчас выкину ее в окно.
Нет, к сожалению, она приземлилась в середине. Блин, еще бы чуть-чуть, опять бы на перфекте прошел бы. Хуя, не видно. Да, вампир киллер рассечет твою душу. И почки. The Belmont Whip? I ask you, show me the power of a true vampire hunter. Блять, все узнают этот хлыст каким-то макаром. Pardon the lady, but I will not fight a woman. Пошляк девчушку избил плеткой. Да здесь вообще в БДСМ сильный уклон. Вся игра такая. One of the legendary three warriors? Come, face me. Да, кончай, прямо на лицо. Эй, жалко, что этой игры нет дерьмового перевода. Это было бы очень уматно. Она увернулась прямо из-под удара. Черт. Да бляски. Ёбаный ёж. Пробивает мои блоки. О, правильно, в кислоту. Давай, лежи там. Нет, ульту сбила. Ты сдаешь. Да блядский, ёж, опять не та атака. Фух. Я думал бросить в неё канделябр, но забыл, как это делается с сочетанием клавиш. Ты подожди, сейчас компьютер будет читерить по полной программе. На Донцу. Угу. I will show you the might of House Belmont. I will do what I must to those who stand in my way. Алукард, ёпта. Вот это жопа. Хорошо, хоть сейчас, Ready? А не потом. О чем речь? Говоришь, видал? И даже без ульты. Крут. Расту над собой. В принципе, если придрочиться к этой хуйне, вполне себе неплохой файтинг. По идее своей сейчас эти фанаты восстановили более-менее серваки для Wii. То есть, может быть, кто-то даже по сетке до сих пор играет на настоящей Wii. Насчет эмуляции хер его знает. Целишься опять в очередной раз. Да не в того же, ёбаный.
весит на макс сложности в God Hand с полной яростью. Финальный босс, он наносит 6 ударов в секунду, а если ему еще дразнилку дать, то 12. Я манал, как его выиграть, это чисто удача и ломка пальцев. Да, я думаю, есть люди, которые делают это просто. Хотя всегда есть какая-нибудь эта ультимативная спам-атака, которую ты просто босса закликиваешь. О, вот сейчас будет жопа. Вот этот хуй тогда меня просто... Просто тряпкой нахрен. По полу. Has Trevor come here as well? Ah, what? So it's him you're after. I ain't telling you nothing. You will not stand in my way. Ready? Ну, посмотрим, как в этот раз пройдет. В прошлый раз я ебашил его на протяжении, не знаю, получаса. Да куда ты, блядь? Да, ты издеваешься. Сволотозавара. Попался. Если повезет, это его вырубит. С первой попытки. Видать, я уже привык в нее играть. У него и дразнилка есть, она его на мощную атаку триггерит, и если попасть в 12 по 16 кадр, то ему снесешь 3% хп. Ну, значит, не бей его в этот момент. В чем проблема? Servant of Dracula, meet your doom. My, don't you look delicious. I'll grant you a quick death. Ready? Fight! Усюк, рыба гребаная. Да ёб твою мать, куда ты бьешь опять в ящик, дебила? Да твою мать, нихуя не вижу. Ай, меня начинает заебывать эта хуйня, что блок отжимается долго. Я бью атаку из блока вместо того, чтобы бить обычный вот такой вот. Есть. Выкинул ее нахуй. Не знаю, из-за эмуляции это, из-за моего джойстика, или сама по себе игра такая, что тут тайминг отжимания еще действует на блок. То есть ты не можешь просто отжать кнопку блока и нажать кнопку удара. Нужно обязательно ждать, пока выйдет из анимации. Жопа. I will show you the might of House Belmont. Think you can match the speed of a wolf? Ну, посмотрим. Корнел. Ready? Черт. Фак. Надо было ультой его в этот момент. Ах ты, сука. И хороший человек, а? Да, блять, хватит спамить.
Ох ты, сука. О, fuck my life. Говно такое, а. Ярость применил опять. Ну тут хули сделаешь, не убежишь от него, вот этим персонажем. Я почему и люблю Митсуруги в Soul Calibur 2, так как хотя он играет от обороны, если зажать катану в ножнах, можно резкую выжить комбу, что 50-60% хп врагу снесет. Да блять, камера, вернись на круги своя, ебаный светильник. На нахуй. Получился. Приемчик. Это еще не все. К сожалению, его нельзя выкинуть за борт таким макаром. Да ты подонок, а. Да ты, сука, что делаешь, а? Ебаный блок, а. Походу, реально нужно дождаться, пока из анимации выйдешь. Ебаный свет. Какой ты быстрый. Вот, наконец-то, нахуй. Да ебаный светильник. Просто бегаем от него нахер. Сейчас он устанет. Подонок. Давай, подъем. Да ты сука. Да ебаный свет, как он так быстро пробивает меня? А это норм так дарить по веропры. Он гандон нахуй, а. Да здесь пауэрапы особо-то не важны. Попался. Здесь пауэрапы — это только усиление второстепенного оружия, собственно, само второстепенное оружие. Хуй ушастый. Да ебаный свет. Он не гандон, а просто читер. Да. Именно так. Компухтер, ёпта. Да ладно. Сука. И это еще не самый читовый персонаж. Подожди, мы еще до Тревора не добрались. Сука. Да, все пизда. Ай, понятия не имею, как он делает эту ебучую, блядь, ярость. Потому что у меня само не получалось на нем это сделать. Сука. Блядский подонок, а? Хуй тебе, а не ярость. А как в файтингах нет табло с всеми комбо? Здесь нету. Здесь комбо, смотри, какое. Обычная комбо. Комбо с направлением. В прыжке комбо и... Ну так, парочку других вариантов. Но здесь не показано, куда ты должен отклонить. Влево, вправо, вверх, вниз. Тебе здесь, сука, это все надо изучать самостоятельно. Либо тебе, блядь, просто должно повезти нахуй. Да чтоб тебе. Вот гандонище ушатое, а. Блядь, он наносит урона не хуже, чем с ульты, блядь. Попался, уёбок. Да ладно. Фу, затыкал ножами его. Он 4, да я 4.
Здесь атака зажатие стик влево и удар дает разную комбинацию. Вверх, вниз, влево, вправо, короче говоря, разные комбо. Хуйня только в том, что ты в этот момент двигаешься, уворачиваешься, ты не можешь, блядь, нормально комбо провести вовремя. Поэтому здесь довольно-таки тупая система комбинаций. И камера здесь, как видишь, довольно хуевая, потому что она фиксируется на твоем противнике, а если он убегает за край карты или сама по себе двигается карта, это жопа. А вот настоящий читер. Вот если я того хуёво проходил, сейчас вот этим еще засядем надолго. И все-таки Саймон самый дерьмовый персонаж в игре. Угу. Куда ты, блядь, лезешь, а? Блин. Я хочу вывернуться, чтобы камера нормальная была, нет? Сука. Я хуй. Ульту сбил. Вот о чем я говорю. Если ты считаешь читером того чувака, то вот этого, смотри. Здесь компьютер считывает твои нажатия быстрее, чем ты успеваешь что-то сделать. И контрит их. По-хорошему, ты должен стоять в блоке и ждать, пока он откроется. Но здесь комб без остановки ебашит и пробивает твои блоки. А еще он умеет прерывать свои атаки. В реале легче поймать хлыст. Угу. О, видал? Сука, тут же прервал атаку нахуй. Вот только я начал атаку, и он свою применил, которая быстрее. Да еб, блять, твою мать, опять он поймал мою руку. Благо у него атаки медленнее, чем у предыдущего. Если бы Корнелл был такой же читер, как здесь, хуй бы мы его прошли бы в ближайшие полчаса. Так, сейчас начнется этот Эйон и финальный босс, но не проще. Финальный босс так вообще простой. У него комбинации идут по кругу, одна за другой. Он их не меняет. И самый настоящий, самый тяжелый босс — это вот этот хер. А у того просто дамага много. Ближайшие 3 часа. Возможно, ближайшие 3 часа. В прошлый раз на стриме я успел пройти только Саймона Бельмонта в самом первом стриме и еще кого-то буквально поиграть. Потому что я натурально 1.5 часа, по-моему, ковырял, или час минимум, только компанию самого Бельмонта, вот этого вот. И я тогда засел на Гранте, которого мы отпинали с первого раза. Но, по-моему, как раз таки Корнелла быстрее получилось. Хотя, кто знает, я уже не помню. Саймон здесь самый дерьмовый персонаж, на мой взгляд, для управления, ну ты сам видишь. Атаки медленные. Единственное, что они дальнобойные. Точнее, средняя дистанция, неплохая. Но у него нет нормальных, блять, завершающих комбинаций. То есть, по идее, своя это типа начинающий перс-середнячок, по-хорошему. Это как с этой, с Казуей или с Джином из Текена, но, блядь. Его простота, его же и проблема. И почти невозможно контрить других персов. А, сука, не выкинь меня. Да, подонок. Да ладно, я же бросил нож. Нож пиздец какой быстрый должен быть. Вперед.
Давай, вставай. Все, пиздец. Я могу нихуя уже не делать. Ебаная ульта у него. Если он ее применил, херу вернешься. Особенно, когда лежишь. Перезагрузка. You are not the one. И ж пока ты лежишь, ты встать не можешь в этот момент. Да я блок поставил, как так-то, блять, а? Охуенная игра регистрирует удары. Пошел нахер. Выкинул его. Leave the rest to me. You may look on from there. Так, ну а теперь самый простой босс в игре. Самый простой противник, на самом-то деле, если так подумать. Потому что, в отличие от всех остальных, я говорю, он чередует свои атаки по кругу. Убрать у него силу, время и тупак слился. Не, у него довольно мощные атаки, на самом деле. Раз, два, три. По жопе. Коса, потом шары, потом черепа, потом ашес в ашес. Сука, рандом. Раз, два, три, по жопе. Уходим. Ты когда минус, не будь ел что-то очень вкусное, хотя была еда острая или жгучей. Конечно. Я люблю есть с горчицей. Я вообще люблю как бы острое, но в последнее время я это очень редко ем. У меня слишком сильный гастрит из-за этого. Желудок потом пиздец болит. Сука. Так, раз, два, три, четыре, пять. По жопе. Сука. Ем берлинский салат с луком, и живот горит, и рот капец, да вкусно, бля, не могу перестать его есть. Ты бы, говорю, блядь, не травмировал организм. Ложись вовремя спать, сука. Ах ты ж подонок. Так, блядь, не успел. И гастрит у тебя будет такими темпами, как у меня. Потом не сможешь вообще нормально даже, даже котлету съесть. Все, готово. Если горит, ну подожди, поешь что-нибудь, не знаю, прополощи желудок. Потом же хуже будет. Я тебе говорю как человек, у которого все это есть. Который все это пережил. Так, 6 лет спустя, как странная женщина сказала Симону Бельмонту о том, что на него было наложено проклятие. Или мистическая женщина, да. Чтобы освободить себя от этого проклятия, он должен собрать остатки Дракулы, его коготь, сердце, ребро, глаз и кольцо, и сжечь их всех в руинах Косолании. И затем Саймон отправился на новый квест. Ну да, здесь Саймон в промежутке между первой и второй частью. Это события Саймон Квеста, как раз в второй части описываются. Ну вот, осталось нам половину ростера персонажей пройти. У меня есть газировка, да от нее у меня во рту горит от газа. Тем более газировку нельзя пить. Ты знаешь, что в газировке образуется карбоновая кислота? Одна из самых едких кислот, которые только есть.
Особенно если газировка некоторое время постояла и тепленькая. Как раз там пошла химическая реакция. Поэтому газировку всегда говорят, пейте холодной, чтобы не было химической реакции и не было карбоновой кислоты. Будешь много пить газировки, желудок разъест еще быстрее. Плюс, тем более, ты сейчас решил кислотой накрыть жгучую эту... жгучий раздражитель. То есть у тебя сейчас слизистая кишечника, хер с ним, желудка... С холодильника с кислотами. Короче, похеру. Я так понял, потом будешь страдать. Ладно, твой организм, сам будешь виноват. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек осталось пройти. Семь прошли, семь осталось. Да, отлично. Кончай, говорит Алукард. Может быть, за сегодня и одолеем эту каслу, может быть, переходить к следующей. А может и нет. Простая вода, теплая очень. Welcome to the Time Rift. You wander through time. To what end? This is another world, where the impossible is possible. But лучше пьешь теплый чай, и все, и все дела. Или действительно просто водичку, без всякого всего. Что, как говорят, человек должен пить минимум 2 литра воды в день. Именно обычной воды. Без всяких там примесей чая, сахара и все тому подобное. Это по-хорошему. Блин, здесь Алукард стал похож на Vampire D. Ну, собственно, на самого Ди. А чего нет играбельного чела, Айон? Чему нет? Есть. В финале в ростере. Ты не обратил внимания? Он сам последний в списке. И он сам последним и открывается. Да, блять. Ебучий ящик. Сука. Тут зависит от везучести, и он может быть самым первым персонажем довольно дерьмовым. А может и нет. В чем-то зависит от персонажа к персонажу. То есть он может быть, как и в самом финале, таким же говняным. Не знаю, почему это так работает. Но здесь нам будет противостоять один из самых тяжелых, зараза, противников. Будем пиздить Дракулу. А вот Дракула может нам жопу надрать еще лучше, чем финальный босс. Вот Алукард один из самых удобных персонажей. У него быстрые, широкие замахи, он может перемещаться по всей карте. У него есть как самонаводящиеся атакующие шарики, так и стационарные ловушечные шарики. Он умеет ставить ловушки в подсвечники, в ящики. Короче, как персонаж, один из лучших в этой игре. У него достаточно далеко бьет атака. Она большая. Наносит много урона, стандартная. Его увороты позволяют ему натурально просто перемещаться. Хотя, если знать, куда он попадет... его можно поймать. Да, но папку, конечно, будет сложно долбать. В прошлый раз папку я кое-как с ульты завалил. Дракула's plaything. My, my, what a dirty mouth you have. We vampires should be friends.
Never. I will never join you. You share the blood of Lord Dracula, and yet you would stand against me? Enough talk. It is time for you to die. You! I will carve off your flesh like an apple skin, boy. У нее знакомый голос. Она, кажется, озвучивала какую-то злодейку где-то. Эх, раньше цензура была лучше. Да, это точно. Черт, не вовремя я отжал блок. Черт, промахнулся. Потому что опять целился в ебучий ящик, который тут стоит, или бочку. Спасибо, бежать не нужно было. Нет, за Лукарда приятно играть. Нет, самый лучший персонаж — это Грант, это самый первый в списке. Он быстрый, у него есть атаки во все стороны, он может ебашить мечами без остановки, даже не тратя при этом второстепенные... короче, сердечко на второстепенное оружие. И у него охуенная комбуха. И по нему сложно попасть. Ready? Это Лукард против Сифы неплох. У нее медленные, близко расположенные атаки. То есть ловить ее на ударах одно удовольствие. За него, по крайней мере. Что у Сифы всего лишь комбуха из трех ударов. И самая дальняя из них — это книжка. I will do what I must to those who stand in my way. Так, шестой стейдж, половина. Fight! Сучара таки поймал меня под удар один, да? Привет. О, увернулся. Сука. Не повезло. Apologies, but I cannot allow myself to be defeated. О, смерть. Это разве был босс? Да, что-то типа. Маленький. Of course. But you have never fought in single combat with the master at his full power. Perhaps not, but here, in this place, I may yet topple him. Insolent child, you will never cross us again. Da-da-da. Ready? Готов. Это было быстро. Но смерть здесь один из самых
тупых этих ботов. Не знаю почему. Под твоим управлением он довольно мощный, а когда он против тебя сражается, один из самых простецких персонажей, какие есть. Даже компьютер с ним не справляется. Вот все бы они так разваливались, да? Мы бы уже давным-давно прошли эту каслу. Программист на смерти спал. Походу. У этого атаки медленная, мощная, но он очень долго выходит из это, из удара плечом. А, отличная музыка пошла. Самая лучшая в касле. О! Моллюск. Чё? Это был предпоследний по сложности засранец. Я же говорю, Саймон тоже говно персонаж. За что за него играть неприятно, что опять-таки искусственный интеллект не справляется. Это потому, что он простой, как я уже говорил. У него атаки простые, поэтому он не может контрить нихуя, что есть у остальных в ростере. Эх! А вот теперь сейчас будет... Сейчас мои очко будут драть. Во все дыры. Потому что Дракула здесь... Дракула, здесь он мощный. Здесь он рвет очко. Здесь Дракула ебучий танк. Да начнется дральня. Да пиздец. Чтобы он так Тревора драл во всей его коже. Истинный сровосиса. Он самый. Жалко, что ни у одного из вампиров здесь нет возможности восстанавливать здоровье за счет здоровья противника. Было бы прикольно. Ready? Кровосиса. Кровь, что пьет сырой. Сука. А, черт. Да ладно. Хватит спамить, сука. Я на сырую акцент седлал на сравосисе. Сука, он поставил под собой ловушку. Пизда. И он еще здоровый, я нихуя не вижу за него. Все, началось. Во-первых, когда ты им сам играешь, ты нихуя не видишь, потому что он здоровый. А во-вторых, да. Бабка дерет. Да, блять.
сука. Хватит бить меня, папаня. Да, блять. Я хотел использовать ульту. А разве ты за Элукарда не проходил? Я проходил за всех, но теперь надо пройти еще раз игру, потому что истинная концовка открывается после прохождения первого раза. Да ебать, я даже блок поставить не успеваю. Тебя какой-то ебучий трактор переезжает постоянно, когда он тебя бьет. Что настолько мощный. Да блять. Не увернуться, ни блок поставить вовремя нет. Чё за хуйня? Я не знал, что он умеет летать. Не, ну нихуя себе. Такой так я у него еще не видел. То есть до этого, блять, была разминка. И после этого будет разминка. А вот сейчас будет дральня. Да ёб твою мать. Здрасте, лайк поставил, сижу ем. По звуку его блока не трактор, да, а танк. Сука. Да ёбаный светильник, блять. Опять под ноги понаставил тут своих этих... О, нет. Блять. Да ты издеваешься. И он тут же подложил мне под ногу вторую, нахуй. Сука, я не успел, и он мне еще пизды дал в конце. То есть мало того, что время вышло, он еще и успел поймать мою ульту и дать мне пиздюлей. Да ты пиздишь, прям под ноги подставил. На тебе, сука, святую воду в лицо. Да ты, блядь, будешь драться со мной нормально? Не просто победить тебя, а показать, кто тут истинно батя. Сука. Какой ты здоровый, нахуй, а? Да ты издеваешься, он сбил мне ульту опять. Охуеть, у него, блять, атаки. Да ты собака, что ж ты полетел прям на печать, придурок. Надо было приземлиться чуть правее, нет, он, сука, прямо на печать хлебалушком, а? Да ебучая печатка, нахуй, а? Сука, и он ставит ее прямо под ноги в момент атаки. Вот, видели? Вот, опять.
И я нарвался на ту печать. Да ебаный рот, а. Fucking finally. Все, хана ему. Настолько читерный персонаж, насколько может быть Дракула в этой игре читерным. То есть вот видели, он реально под мою атаку тут же ставит печать, и как только я туда подлетаю на авто... ну, на доводке, да? Получаю пиздюля, и тут же, блять, он вторую печать под меня кладет, потом огнем ебашит, и еще похлебал рукояткой. По сравнению с Дракулой, вот эти черти будут просто дети в песочнице. So this was all as you had planned. There is just one last thing. Have I not collected every key? What lies beyond that door? Это автопиздюли. Вот именно. A visitor from 10,000 years in the future, a servant of one who would rule over all creation. And I must defeat him to return to my world. Which leads to our final dilemma. The door will allow only a single being to enter. So that's why you're here. Very well. Ah, you catch on quick. Shall we get started? Ready? Fight! Go! Да, блять, ты идешь к ящику или пиздить меня? Нихуя себе. Такой хуйни я у него еще не видел ни разу. Он тебе напоминал, что ты, сын, должен принимать лекарство пропидон ваншотетин. Вот говорю, после Дракулы, это так. Особенно финальный босс. Дракула здесь показывает, что он, блядь, финальный босс в любой игре про Дракулу. Да-да-да, именно. This place is not for such as you. Ready? Fight! Ну, опять-таки, мы можем просто заспамить его нахуй. Да, блять, не та атака. Точнее, не та клавиша. А теперь представь, если бы эта хрень могла перемещаться по арене. О, это был бы пиздос. Благо, что эта хрень, это копия босса из Lament of Innocence. Поэтому она не может. Фу, увернулся. Да, двойной прыжок у Алукарда такой себе. Вперед. Все,
Я говорю, после Дракулы. Если бы я не попался под его ульту, могли бы даже на перфект его пройти. Хотя нет, он мне дал один раз пиздюлями в этот. Ну вот нам рассказывают про события, типа когда Дракула последний раз победил в 99 году. Пророчество стало реальностью, используя солнечное затмение, Локард смог сломить бесконечный цикл возрождения Дракулы. Но затем пришло новое пророчество в 2035 году, во время солнечного затмения, замок появится в Японии. Так что Локард проник на суперсекретное правительственное агентство Японии и остался на страже. Короче говоря, события Арио в Сору. Потихоньку открывается всякая музыка. Так, у нас остались 1, 2, 3, 4, 5, 6 персонажей. Once it starts, I cannot control it. Все, сейчас будем за волчару. Вот так, опять-таки, по-хорошему. У этой игры очень много комбинаций на самом деле. Потому что по факту все твои ульты, все твои основные атаки и их комбинации при определенном нажатии в определенную сторону дают разные эти. Разные эффекты. Твою ярость. Так хуй знает, как ее делать, я уже говорил. Блять. In after image. Говорю, я понятия, как здесь ярость не имею делать. Ну вы поняли. Я не знаю, почему-то за Корнелла крайне тяжело проходится именно первый бой. Хуй пойми почему. Но я всегда его очень долго бью. В прошлый раз, по-моему, я его даже не успел запинать за время. Ну, у Корнелла очень слабые атаки сами по себе по урону. Их много, они быстрые, но крайне слабые. То есть то, что Локард с нескольких тычков наносит, Корнеллу нужно целую комбуху приделать. No one will listen to reason from the mouth of a beast. I will teach you to fear the bite of my lance. Ready? Fight! Take that! What are you thinking? What are you thinking? KO. It is ill fortune our paths should cross here. Ай, да, страдать я буду много. По идее, можно спамить ауфом по смерти и просто заорать ему уши в конце. Сейчас она будет вытирать мной пол, нахуй. Эй, Шадо, может... Take it!
Нам не привыкать наслаждаться твоими страданиями. Ой, банить вот всех надо, злыдни. Да ладно, увернулась. How's that? It is ill fortune our paths should cross here. Надо, может быть, по-хорошему было посмотреть список всех комбинаций где-нибудь в интернете, а не в этой игре. Хотя обычно во всех файтингах эти комбинации пишут специально. Но здесь вы видели сами. Не могу найти комбу на ярость. Ну, вот видишь. But I cannot let you defeat me. Ready? Fight! И гадина. Not good enough. Try again. То есть она заблокировала мою ауф. Какая страшная женщина. Блять. Я ультанул вместо того, чтобы поорать. Нефиг было оборачиваться. Но эта Сифа еще не в самом расцвете, так что... Это было просто. Она Фури обожала. О! А вот это будет сложно. С одной стороны. Вот именно. Ах ты ж, сука. Моя очередь. Я думал, без ульты обойдусь в этот раз. Но он сам напросился. Тут еще все монстры почему-то какие-то биомеханические. Особенно вот Смерть и Корнул. Корнул вообще какой-то, блядь, имеет стальные мышцы, металлический каркас как будто бы. Чисто этот... Была когда-то 100 лет назад серия трансформеров. Эти... Там, где они превращались в животных. Один из самых ранних 3D-фильмов, которых я видел. Beast War, по-моему, как-то она называлась, серия. Вот там тоже. И кибертигры, и тому подобное. Я только хуй во всех файтингах ульта сносит 30 минус. 40% хп, а тут 50. Все зависит от того, как ты настроил этот. Пиздец мне. Нет, нормально, успел. Гребаные зомби из-за своей этой кислоты в крови. Они снесли мне пол здоровья, нахуй. Фу, повезло. Он не развернулся. Ну, то есть, реально, чисто... Стальные мышцы у него в прямом смысле этого слова. Кто выбрал такой тип?
Не могу понять. Doggy who seems to have slipped his leash. A vampire? Leave me be. Oh, are you sure? Guess you're not interested in what I heard from Death about your little problem. Так, а кто это за вервольф? Это главный герой Castlevania 64, только Legacy of Darkness, которая версия, типа улучшенная. То есть ты за Корнелла играешь первым персонажем, потом открываются остальные. Ready? Over here. Not that. Not bad. Too slow. Не в ту сторону я понес, но ее можно было выкинуть за борт. Попалась. Да ладно, блять. Перфект мне сбила, засранка. Эх ты. Сиськи танкуют. Когти отскакивают, да? От мягкого. Кто там у нас дальше? Голем. You will learn why they call me Blue Crescent Moon. Fighting да. Bad, but now must fight. Ready? Fight! Ты, сука, ловит меня прямо на выходе из этого. Сейчас я тебя загоню в угол своим ауфом. Ну или так. Чисто пока он лежит, применяешь ауф, и половина урона точно выливается в противника, если попасть. Так, сейчас будет разваливаться у нас на глазах эта штука. Кто там? А. Самый лучший персонаж в игре. Будет сейчас бить мне хлебало, девятый стейдж. Он очень сложный здесь. Черт. Да, ебучая рыба. Да, нет. Уф. Еще чуть-чуть эта скотобаза скинула бы меня вниз. Ага, стой там. Да ебаный свет. Так. То, что я и хотел с ним сделать изначально, выкинуть его на этой карте. Странно.
В этот раз он был не такой активный. Хотя, бля, Грант не просто может. Он обычно дерет тебе сраку в каждом своем бою. О, смерть. Самый простой персонаж во всей игре. Truly? You swear it? What would I gain with a lie? Now, come with me. If you want to live. I trust what you say of the curse, but I do not trust you. I will find the way on my own. И технически он найдет. По событиям как раз с Legacy of Darkness. Ой, повезло нахуй. Сукин сын ульту на мне применил только что. Да, блять, ебаный колья. Ну-ка, давай-ка. Ай, блять, смерть. Какой ты охуенный. Он летать умеет? Он убил себя об этот. Топор качающийся. От гильотину. Впервые эта карта мне понравилась. Как она действует, имеется в виду. Right on time. You must be the chosen one. Его ульта уматна тем, что она, как и у Иона, она действует на любую часть карты. Как по мне, было бы логично, если бы у смерти независимо от всего ульта смерти шатила. Не-не-не, здесь уматна она тем, что она может достать тебя из любой точки карты. То есть, если остальным персонажам нужно обязательно попасть по врагу, то врагу против смерти нужно обязательно поставить блок, иначе он тебя тут же схватит и отшотит. Correct. An opponent awaits. And the door allows only one being entry. If I must. Excellent. A trial of strength, then. Ready? Fight! Not quite. Not quite. Not quite. Сука. Not quite. Да, блять, про вторую атаку забываю. Пошел нахуй. Блять, это был самый простой бой с Ионом. Кажется, Иона все-таки Корнел контрит. Странно, что его в первой битве сложнее бить, чем здесь. Ну ладно, сейчас начнется самая веселая часть. Его время кончилось. Угу. Ready? А, да, точняк. Ага. Мне нравится, как смерть здесь это. А, щекотно. Ржет, когда ты его бьешь. Завыл смерть, насмерть. Давай. Ага. Потом кругляши сейчас он будет свои бросать. Блять. Рандом, не повезло. Блин, до этого эта херня так много не наносила. Или мне кажется. Блин, Корнел, конечно, капец как мало наносит урона.
Так, нет, стопэ. Сначала коса, или что он будет делать? А, нет. Окей. Он, кстати, становится проще в рукопашную, когда он начинает ебашить вот этим лучом. Главное, в него не попасться, и все. Оп, ушел. Так, рандом, сука. Что-то мне не везет с рандомом здесь и сейчас. Сука. Вот почему я говорю, что эта атака должна была наносить меньше. Что-то как-то во второй фазе она наносит меньше. Ай-яй-яй-яй-яй. Пиздец мне. Да, Корнелл капец какой тут не-то неприветливый, непонятный. Ну вот что это, вот что это за урон? Один кинжал наносит больше. Сука, да что с, блядь, с рандомом? Нет, блок не помогает. Только если так, потихоньку ковырять этого засранца. Но вот эта вот его рандомная атака может мне в любой момент цепануть. Так, все. Первую полоску сняли. Так, что ты там будешь делать? Отлично. Понятно. Я думал, у него за спиной все-таки можно спрятаться. Походу, только отбегать и действительно пинать. Ах, говно. На самом деле, чем быстрее мы первую фазу его уничтожим, тем проще он становится. То есть надо полторы здоровья ему снять примерно, полоску с половиной. Давай, бей. О, все. Даже не полторы, буквально одну. Ха-ха-ха.
Да ты придурок, ёб твою мать. Зачем я эту атаку сделал? Подставился прямо под удар. Сука. Повезло. Дай вашу Машу, ебаный рандом. Блять. А, за Корнелл, походу, мы долго будем его ковырять. Да еблять твою мать, Корнелл! Сука, зачем его атака наводит его автоматически, а? То есть, ты должен нажать все клавиши для того, чтобы освободиться из пут, но когда ты нажимаешь все клавиши, ты автоматически делаешь, блять, атаку с наведением. Ты получаешь пизды. Собака. Точнее, оборотень. Ну, явно Корнелла не планировали под то, чтобы нормально с ним драться. Чтобы тебе проще было. Угу. Так, сука, рандом. Блин, надо было взять какое-нибудь другое это дополнительное оружие. Похуй. Главное, что мы сняли ему первую эту зону. Блять. Все. Нет. Да ёбаный свет. Что ж, я думал, он сейчас перейдет в фазу. Хуйня какая, а? Все? О, наконец-то. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Он просто угорает над нам. Ним. Ах ты ж, сука. Немножко заранее прыгнул. Да и, блять, твою мать, а. И рандом, нахуй. Просто замечательно. Пост-то несложный. Корнелл отвратительный. Против него, по крайней мере. Хотя, если получилось бы в ярость его ввести, было бы вообще охуенно. Сука. Мини. Угу. Ну почти. Да ладно.
Сука. Вот я не могу нормально высвободиться из этой атаки вовремя, потому что если я нажму, опять-таки, сочетание клавиш, я опять вылечу прямо ему в лицо. Сука, 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 сука. Вот об этом речь. Да и, блядь, твою мать, а. Уф, вовремя. Все, по идее своей, сейчас он будет кидать только вот эту хуйню, Ашес и две вот этих. Ага. То есть на самом... Хотелось сказать, на самом деле это, блядь, самая простая фаза, но он решил изменить ее. Но на самом деле, да, самая простая. У него количество атак снижается до 3 буквально. Просто на самые мощные. Мне кажется, или он при двойном прыжке гавкает. Нет. Тебе кажется. А ну вот так вот. Рычит. О, все. Началось. Да не, больше на лай похоже, чем на рычание. Уф. Самый блядский последний момент, как обычно. Так, все, последняя жизнь у него осталась. О, черт. Так, ну пока что он это. По одной ебашит. Но сейчас будет двумя. Сука, не стоит так делать. Телепортация к нему сейчас противопоказана. Лучше просто подбежать. Так, ну все. Буквально одна удачная комбинация и мухана. Сука. О, успел.
Да, на Корнеле долго его ковырять приходится. Ну, говорю, у Корнела дерьмовый урон за один удар. Ага, по жизни. Так, Корнел снова смог контролировать свои силы и вернулся обратно в человеческую форму. Однако, бла-бла-бла, впрочем, вернулся обратно в свою деревню, чтобы найти ее всю в огне, и его сестра Ада, его единственная родня, была похищена. И таким образом Корнел отправился спасать ее. И так началась новая битва. Ну, это, короче, событие Legacy of Darkness. Для Nintendo 64. Ой, капец мы его, конечно, ковыряли долго. Так, осталось Кормила, Голем, Смерть, Дракула и этот. Шоколадная мамочка. Неплохо. Закормил, в принципе, тоже неплохо играется. У нее быстрые, довольно-таки неплохие атаки. Right on time. Welcome to the Time Rift. A rift in time? Do tell. Вот этот костюм мне больше нравится цветом. Супер зум. Да, именно. Придется утопить их в куме. You'll let me have my fun now, won't you? My name is Aeon. Shall we begin the first trial? Ready? Черт. Переборщил, малясь. Not quite. Over here. Now I've got you. Come. Let's play. I will give you the greatest of pleasures. На. На его месте должен быть я. Playing with my food before dinner. Как там это? Оно того стоило. The road is now open. Search for that which you long for. Это как ты так из ящика говоришь-то? Прикольно было бы Дракуле вот так вот по хлебалу надавать, да? Но, к сожалению, с ним мы здесь не встретимся. А жаль. Why you make me? Ready? Fight! Ей тут дезобуктеца и немелис хайот их сэрэф и убьехбн. Бля. Ну ты понял. Ага, наверное. Возможно, тема была про сиськи. Если да, то понял. Потому что тема сисек тут раскрыта. Прямо на показ. А мы не против. Мы только за. My, don't you look delicious. I'll grant you a quick death. You ain't seen one quick as me before. Говорить такой женщине не очень прикольно. Черт.
не долетел немножечко. Ах ты гад. Поймал мою ульту, скотобаза такая. Блять, от всего вернулся, кроме самого последнего. Блять, вообще-то я хотел его к себе притянуть. Но опять-таки, здесь такая дерьмовая система камбух. Это когда ты влево-вправо жмешь. Что не всегда получается. То, что ты хочешь, по крайней мере. Тут еще зависит все от ракурса камеры, скорее всего. Где ты находишься относительно противника. Кармила, is it? How long will you antagonize your lord and father? You already know the answer. I won't stop until you're all destroyed. Self-righteous as ever. Well, I've had it with you. Prepare yourself. У него в ящике есть дырочка покурить. Это к вопросу о том, как он говорил после первого раунда. Ну да. Но сиськи рулят. Иди сюда, пацаненочек. Ай. Ау, ау. Ладно, я понял. Сука. Да еблять твою дивизию. Да что ты спамишь, сука, одну и ту же, блять, атаку, а? Все, началось. Только раньше, чем я думал. Fuck my life. Так, походу, сейчас компьютер мне просто не даст спуску. Нормально, да? Он камнул тебя. Да ёбаный светильник. Блять, блок поставил. Ты тоже должен был. Ставь блок, ёб твою мать. Да ёбаный рот. Драться за Алукарда гораздо приятнее, чем против него. Как хуй слишком быстро по арене пролетает. Попался. Все, на грамуле я его выпинул. Черт. На тоненького. Ну, на вялого. Если вспомнить предыдущий Кослование. Fight me as you would a grown man. I do not want your mercy. Многого просишь, мальчик. Ну все, мальчик. Вот до тебя и добралась страшная милфа. А я бы на его месте такой промеж сисек лицом БРР. Жалко, я принтскрин не могу сделать. Не работает. Короче, милфа добралась до мальчика. Типичное аниме. Нужного характера. О, да, он будет этим наслаждаться, это точно.
Ну почему он, а не я? Это арена. А, это обычные зомби. Я уже думал, опять Шано здесь будет. Я курить пока. Ты чё? Что ж такой нетерпеливый-то? Я понимаю, как эти компьютерные сиськи на экране, но чтоб сразу после этого и курить. Слабоват на передок, я тебе хочу сказать. Но, мужики, мы должны быть выше этого. Мы должны держаться, как говорится, и не кумать. Сто лет уже перфект здесь не делал. А у меня, в отличие от некоторых, руки не заняты. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, давай, кумер, кури. Кстати, кумер — это любимый персонаж для рисовки у Балбади, у художника. И 100%, если бы он увидел вот эту Кармилу, он бы ее тоже нарисовал бы. Как раз его тип рисунков. It will destroy you and drag. Не осуждаем. Не осуждаем, приветствуем. Рукопожатием. Правда, надо сначала штанину руку вытереть, да? Так, ну нам Шано. Тупые зомби. Сак. Да куда ты вцелишься в зомби, ёкарный бабай, а? Твою мать. Эти блядские зомби на этой карте. Да ёб твою мать, зомби, уйди, я нихуя не вижу. Какая тупая карта, нахуй, а? Да иди ты в жопу, на. Терпеть не могу зомби на этой карте. Вообще, каждая карта, когда у нее появляется этот квирк, так называемый местный, становится невыносимой просто. Особенно вот это. О, а он, кстати, с ней сражался. Я только сейчас, кстати, обратил внимание, Кармиле сделали ножики прямо как у Рейн из этой, из, ну, собственно, Blood Rain. На наручах. Или, по крайней мере, очень похоже. Блять, вовремя я блок отжал. Да ебучие, блять, когти нахуй, а, в полу. Увернулся. Но, благо, что этот Бельмонт дерьмовый Бельмонт. Простой Бельмонт. Как я говорю, он не умеет контрить толком никакие атаки. И хорошо, что мы прошли его уже. Я не буду страдать еще раз. А вот это уже правильный Бельмонт. Вот он мне пизделей может ломить. И довольно сильных. Особенно на стейдже 9.
strike again. О чем речь? Да, блять, я ж блок поставил, ебаный светильник. А тут просто мы вовремя два раза кнопку нажимаем и готово. Так, и кто у нас десятый? Напомните мне. So there you are, Blue Crescent Moon. Корнел. A vampire. Still hoping I'll join your lot. Черт. Lord Dracula has need of you, but I most certainly do not. Then state your business. Impudent cur, you're no true child of the night. Maggots will feast on your hide. Ready? Какой он неприятный был на девятом, блять, стейдже, вот на десятом еще хуже. В дальнейшем жду прохождения, кавычка. Диатофалифи, кавычка. Можно, но чуть позже. У нас стекен. Это база в ярость хотел перейти. Ах ты, сука. Заблочил ульту. Плохо. Блять, не успел. О, отлично. Да ты пиздишь. Сука. Сука. Сука, сука, сука. Надо его хотя бы один раз ударить. Да пизда. Все. Я по времени уже не выиграл. I never asked to be one of you. Да, да, да. Заткни хлебало. Ready? Так. Говно таки. О, теперь не уйдешь, скотина. Ну все, волчара, сидеть в будке. Плохая собачка. Но будем надеяться, что насилие над вервольфами — это не насилие над животными. Он же все-таки наполовину человек. Вообще, Dead or Alive надо тогда начинать проходить с под серии Extreme Volleyball Beach, или как она там называлась, или Extreme просто она. 3 для Xbox. Вот там геймплей вот именно туда, куда надо, в самую мякотку упирается. Это насилие над фуриями. Насилие над фуриями — это сезон охоты. Which leads to our final dilemma. The door will allow only a single being to enter. You would interfere with my gratification.
Then we will fight. Ну все, мальчик, дубль 2. That is my desire. Ready? Fight! Так, пропустил тычку. Ух, ёпта. Да что у него каждый раз новые атаки появляются, а? Хорошо, что не попал. Ты там в порядке? Полетел. А, кормил, отличная атака. Прям шикарная. Вообще, закормила приятно играть по многим причинам. Могу назвать именно три. Первые две вы и так видите, а третья, потому что хороший этот, как его, мувсет. И быстрый. You're not worthy to lick the feet of my lord Dracula. Мы что-то про ноги говорим? А уж неплохой фетиш. Ау. На и первых двух хватит. Что-то пролезать. Блять, уходи, уходи, уходи. Сюк. Ну, она сильно похожа на Сальму Хайек в этом. В «От заката до рассвета». Там же, по-моему, Тарантино решил снять фильм просто для того, чтобы побухать текилу с ноги Сальмы Хайек в том фильме. По-моему, это единственная, блядь, причина, для чего снять «От заката до рассвета» нужно было. Но я могу его понять. Сальма Хайек в тот момент была, ух, в самом расцвете. Ага, началось. Да, блядский рандом. Фак! Раз повезло с рандомом. Ай, блядь. Я не подрасчитал из-за камеры. На тебе по коленке. Over here.
Too slow. Так, ну все. Успел с нему достаточно снести, осталось только добить ему и вот эту полторашку жизни. Нихуя не видать. Так, все, следующая атака, он уже будет бить двумя. Угу, вот именно. Так, а вот сейчас он либо будет дальше двумя бить, либо, если мне не повезет, он ударит в середину. Привет. Здоров, Софа. Это, конечно, неудачно. Рискнул и чуть зубы не обломал себе. Благо, что выдержал. Одного удара не хватило буквально. Было бы не очень приятно давно отъехать. Меня тут не было. Да, относительно того, как некоторые люди сюда заходят через несколько лет, вспоминая, что, оказывается, стримы до сих пор идут. Это еще так. Кормила... Убьет множество разных охотников, только время... А, ее, короче говоря, будут убивать разные-разные типы охотников, но каждый раз она будет возвращаться к лорду Дракуле, да? Даже в момент, когда она постоянно выдерживает это вечное... вот эту вечную пытку, то, что ее валят... Не ври, меня 1-5 месяца не было максимум. И, короче, она постоянно возвращается и лояльна к Дракуле. Возможно, ее красота таится не только в ее коже. Что-то такое. Так, ну что, осталось 4 последних. Ох, вечная пытка моя тоже продолжается. Так, вот голем будет, не знаю даже. Оп, не туда нажал. Блин, зашла в то время, когда я спать хочу. Пока. Давай. Забегай пораньше. Просто она хорошо делает омлет Дракуле. Знаешь, женщина, которая умеет делать хороший омлет в разных видах, это отличная женщина. За такую в Дракуле надо держаться. А он за всяких мамаша Лукардов держится, да? Ау. After image. На, в пол нахуй. Эх, не успел забрать. Прикольно ему брови или глазки нарисовали на маске. Так, блин, ну вот с Рипером вот за вот этого персонажа будет тяжко. Ты омлет с яичницей, болтанье и т.д. не путай. Болтуньи.
атомная отрыжка. Но после такого не выживают. Да, блядь, за него будет тяжко. Так, ну-ка, он умеет прыгать два раза? Потому что как мне, блядь, перепрыгивать? Дуло перегаром. Так, подожди, я сейчас попробую пару клавиш. О, нет. Блять, не то нажал, ну ладно, сойдет. Я хотел ее второстепенным оружием вынести. Ну, минус девочка тоже, ее сова. Блин, что, 7 утра на улице, что ли? Сколько там времени на самом деле? Да, 6:14. Почти что 7. Human? Yes, I am human. Да, он human. What you see is the result of an ancient curse. Curse? Curse make human beast. Curse make me human? I've not heard of such a thing. Liar! Lying bad! Curse good! Tell me! Good! You mock my suffering! Ты издеваешься над моим страданием? Ready? Такое ощущение, что здесь, блядь, большая часть боев происходит из-за гребаного недопонимания. Никто не хочет друг дружку слушать. Прям как в жизни. Угу. Да ты, блядь, издеваешься. Какой он быстрый, нахуй, а? Это только стейдж 4. Блядь, я не могу просто его ударить, нахуй. А, fuck my life. Блинский, он еще в ярость вошел, падла ушастая. Значит, в ярости он может преодолевать ульту. Потому что вот, чего матно, у голема ульта не это. Ну, несбиваемая. Ну, кроме, оказывается, камбухи у этого засраться. Отлично. Обычными атаками не сбивается. Останется только Корнел один раз ударить. Бля, забыл молоко в магазине купить. Ну, беги в магаз, что могу сказать. Да ёб твою мать, он меня сейчас еще мудохает, а? Да куда ты бьешь, придурок? О, магада был. Наконец-то. Заметил, тут гильотины нет сейчас. Карты со временем сложнее становятся. Поначалу они все простенькие, без всяких квирков. А потом они постепенно добавляются.
Чё, моя скотина, проснулся от моих криков? Соседи, наверное, тоже. I will do what I must to those who stand in my way. Ready? Fight! Мне в подел идти уже за ним. Сука, он меня просто перетанковал. Если бы я успел его ударить, ему бы хана была бы. Я вообще не знаю, кому будем за голема проходить его истинную концовку. Это, наверное, будет самый тяжелый для этого персонаж. А может, наоборот, самый легкий. У него довольно мощные атаки. Может, я просто перетанкую смерть. Да и, блядь, твою мать. Выкинул засранца. Ай, компьютер потихоньку начинает контрить. Читерить. Кто там? А, зомби. Да, блядь, даже обычные зомби становится не по зубам, а? Вот реально, как я могу перепрыгивать через лазерные лучи, если... Я не могу перепрыгивать через лазерные лучи, у меня нету второго этого. Но только если вот так. То есть задерживаясь в воздухе в определенный момент. Укатиться-то от этих штуков у меня не получится. Сёма, нельзя лезать. А если стоять в упор под лучами, они дамаг нанесут? Да. В том-то и дело, они наносят урон. Imbecile, you're a pile of metal and meat. You could never be human. But Mama say me can be human. Enough of your nonsense. I will silence you forever. О да, она та еще мамочка. Ready? Fight! А вот и гребаные зомби поперлись. Попалась. Пришлось перетанковать урон, но у меня достаточно здоровья было. I'm a shooting laser. Прям интерпретация мема. Да, me want to believe, сказал
этот Малдер и начал верить в инопланетянов. А инопланетяне начали верить в Малдера, что он существует. Так они встретились. Зато, по-моему, в какой-то из серии секретных материалов, кажется, Скали чпокнули инопланетяне, если я ничего не путаю. Блять, как же им сложно и неприятно играть, я бы сказал, а? Я просто пропускаю нахуй урон из-за того, что я такой медленный, блять. Блять, я не то сделал, нахуй, а? Сука, очередной раз камера. Я же говорю, тут, скорее всего, комбинация, которую ты делаешь, зависит от того, как ты стоишь под каким углом к персонажу. Потому что я хотел сделать вот это. А получилось так, что я ее схватил. Так, сейчас у нас будет 10-й. Ну, там, по-моему, был смерть, и смерть я тогда хлопнул за 3 секунды. Потом будет наш молодой временной мальчик. А, нет. Сначала просто мальчик. Вот этот хер меня тогда жопу драл. Мощно. Да, блядь, сделай ты хоть какую-нибудь атаку. Фу. Все, а вот теперь уже будет смерть. Да, что значит человек? Что делает человека человеком? Да. Я хотеть знать. Да, я думать, значит, я человек. Многие люди думают, и кроме как скотина, про такого человека не скажешь. Упс. Малость перепрыгнул. Что может убить смерть? Большой ебучий лазер. Отрыжка чесноком. Уничтожает даже вампиров. Да, моя душа реальна, я счастлив. Точнее, мну. Мну счастлив. Но еще не мну.
Сейчас будет самое сложное. Right on time. You must be the chosen one. Me leave here. Me lose. Если я уйду отсюда, я перестану думать. Ah, so you've realized. А, так значит, ты понял. Yes, when да. You leave this place, you will lose your self-awareness. Когда ты покинешь это место, ты перестанешь, ну, воспринимать себя. Me no like it. Люди боятся меня, и мне это не нравится. Yet if this place is not erased, all beings everywhere. Однако, если не уничтожить это место, то все пропадут навечно. Я бояться исчезнуть, но я еще больше боюсь, что все люди исчезнут. Какой он добрый мальчик, голем, да? Больше человечного, чем в человеках. Особенно в тех, которые сражаются здесь. Потому что все люди, которые здесь сражаются, по большей части козлы и самовлюбленные засранцы. Особенно Сифа. Эл. Вот с ним будет сейчас жестко. Сука, быстрый. I'm over here. Как приятно было с ним сражаться за Кормил, так неприятно с ним сражаться за Голема. Подонок. Ай, блядь. Почему всегда быстрые персонажи против мощного? Ую! Сука. Да, блядь, ставь ты блок после атаки. Хотя бы по времени выиграем. А может и нет. Сука, нет, точно нет. Подонок. Сука. Фу, блядь. Да ёпта. Я не успел отойти. Скотина. Кстати, у него каждый раз своя фраза для каждого персонажа. Но заканчивает он ее всегда вот так. Да-да-да, заткни хлебало и давай заново. Ай, блин, последние два босса на вот этом будет просто жопа. Ну... Особенно при учете того, что я вместо того, чтобы бить обычной атакой, сука, пытаюсь сбить его рогатым ударом. Вот таким вот. Вот это вот мне нужно. А. Окей. Одной плюхой отправил его вниз. Так, теперь я не боюсь. Или мну не бояться. И сейчас начнется боль и страдания. Потому что я хуй его знает, как уворачиваться от мощных атак вот этого говнюка. Да, мну защищать людей.
попробуем вот тупо нахуй затанковать. Если повезет, успеем забить его. Блять. Чё-то я про это забыл. О, успеем. Если он сейчас не начнет две делать, блять. Я хуй знает. Ух ты! Фак! Через одну перепрыгнул, до второй не успел дотянуться. Надо было его добить нахуй. Да ёбаный светильник. Да ёбаный светильник, что ж ты останавливаешься? Да я не знаю, что он тормозит. Блять. Твою мать, что с тобой происходит? Уходим. Успел. Так. Сука. О, шанс. Фак. Один удар оставался, падла ушатая. Сука, какой я медленный, а. Я проебал вспышку в самом середине раунда. Потому что персонаж тормозил по какой-то ебучей причине. Да, блять, ну давай! О, нет. А, у меня кончился этот. Точно. Я, оказывается, я катаюсь за счет полоски нижней. Сука. Не, второй такой я точно не выдержу. Пизда, нахуй. Просто. Да как, блять, это избежать, если он, сука, прыгает низко? Кое-как, нахуй. Да, блять! Сука! Я просто не смог выйти из комбо. И опять, на одном ударе он, нахуй, отъехал. Блять.
сука. Ну вот реально, нахуй. Давай! Фак! Блять! Опять на последнем ударе. Что ж так не везет-то мне, а? Это хуета. От этого пешком-то я еще избегу, а вот этих вот черепов только ухатываться. Просто нахуй. Даже прыгнуть не успел. Да ебаный свет. Уф. Давай, давай, есть. Ой, блядь. Ну, чисто технически можно перепрыгивать через эти штуки, через комбинацию. Прыжок и обычный удар, тогда он подбрасывает себя на одну секунду воздуха, и эта штука успевает под тобой проехать. Но тайминг нужно, блядь, пиздец соблюдать. Так, как и предупреждал Эйон, голем потерял самосознание. Так... которая не может существовать снаружи вот этого вот измерения. После его возвращения он уничтожил какого-то неизвестного охотника. Все еще не... Короче, забыв о том, что он створил здесь, да? Он был создан для того, чтобы противостоять людям. Но на малый момент, небольшой, его душа пробудилась. У него были слова. Он единственное, что хотел, это как-то... рассказать об этой своей радости, но что-то там дальше не успел я перевести. Короче говоря, на одну секунду он обрел счастье. Завалив целую кучу народу. О, спрайт фамильяр. Это что еще за хуйня? О. Так, в общем, какой-то дух, да, и хобби которого входит посмеиваться и сидеть на плечах. Угу. Несмотря на то, что чистокровные феи или что-то такое, да, не музыкальные, не любят музыку, это этот подкласс, скажем так, феи часто начинает петь. Ну давайте попробуем надеть ее на кого-нибудь. Так, кто там у нас следующим должен быть, по идее, своей? Где у нас должна следующим быть смерть, потом Дракула, и затем Эйон. Ладно, тогда продолжим это дело. Ну, сегодня, но попозже добьем за сегодня Кослани, но мне уже пора бы передохнуть, лечь спать. Тем более надо закинуть 4 видоса, записанные. Причем большого объема, поэтому стримить буду, наверное, ближе к вечеру только. Так что ладно, ребят, всем давайте... Всем пока, и вечером увидимся, будем... Давай. Добьем эту игру за сегодня.
по крайней мере, чтобы можно было в следующий раз уже перейти к следующей. Ну и, соответственно, завтра надо еще успеть постримить Паразит Ив. Передохнуть или передохнуть? Ага, передохнуть. Ладно, давайте, всем пока и удачи.